ТОП-5 самых необычных школ. Несмотря на всю фантастичность данного проекта, школа Террасет действительно находится под землей в городе Рестон, штат Вирджиния. Этому учебному заведению уже более 40 лет, и построено оно было в середине 70-х годов. Это период, когда Америку постиг энергетический кризис, и городские власти не придумали ничего более экономичного, чем построить школу, которая сама бы себя согревала. С этой целью сняли земляной холм, построили здание и снова засыпали его землей, предусмотрев не только то, что школа сама себя будет согревать, но и систему охлаждения здания. Следующее не менее экзотическое учебное заведение располагается на воде. Впрочем, в этом регионе данное явление никого не удивляет, так как и дома, и магазины, и другие здания тут в прямом смысле плавают. Речь идет о плавучей деревне Кампонг-Луонг, которая находится на озере Тонлесап в Камбодже. В школе насчитывается около 60 учеников, 40 из которых дети-сироты, родители которых погибли во время рыбной ловли. В учебном заведении находится всего один большой класс, где ребята учатся и проводят свободное время. В школу дети плавают в специальных тазиках, слабо напоминающих лодку. А вот ребятам, которые учатся в этой школе, несказанно повезло. И это не потому, что у них современное учебное заведение, а вследствие того, что они имеют возможность жить с родителями и получать классическое школьное образование. До недавнего времени дети из кочевых племен северных регионов России вынуждены были либо учиться и жить в школах-интернатах месяцами не видя родных, либо вовсе не получали образование. Кочевую школу по праву можно назвать самой маленькой школой по численности учеников и персонала. Подобное учебное заведение насчитывает от 6 до 8 учеников, где работают 2-3 педагога. Однако это не мешает ребятам получать такие же знания, умения и навыки, как их оседлым сверстникам. Кочевая школа оборудована спутниковым интернетом, что дает возможность общаться с внешним миром. Китай не перестает удивлять нас экономическими чудесами, и одной из предпосылок данного явления по праву можно считать тягу этих людей к знаниям. Подтверждением тому служит уникальная школа в провинции Гуйчжоу. Народность мяо, коренное население этого региона, живет достаточно скромно. Низкий уровень жизни не позволял этим людям долгое время получать образование. И только в 1984 году была открыта первая школа. Так как средств на строительство школы не было, учебное заведение было решено разместить в ближайшей пещере. Здесь были оборудованы классы, спортивная площадка и зона отдыха. Поначалу школа была рассчитана на один класс, однако сегодня ее воспитанниками являются 186 детей, и это несмотря на то, что до школы ученикам приходится добираться по 6 часов каждый день. Данную школу поистине можно отнести к произведению современного архитектурного искусства. И не только здание, но и характер обучения тут отличается от классической школы. В помещении этого учебного заведения практически отсутствуют внутренние перегородки и нет классов в их привычном представлении. Сердце школы – огромная винтовая лестница, которая соединяет 4 этажа здания. По всей школе стоят мягкие диваны и пуфы, на которых ученики отдыхают и делают домашние задания.